안녕하십니까. 네, 오늘은 마태복음 24장 15절입니다. Сегодня посмотрим 24 главу Евангелия от Матфея, 15 стих. 그러면 너희가 선지자 다니엘의 말한 멸망에 가장한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила. 있는 자들 진짜 그때 유대 있는 자들은 산으로 도망할지어다. Тогда находящиеся в Иудее бегут, да бегут в горы. 이제 이 성경 예수님께서는 이제 멸망에 가장한 것이 거룩한 곳에 선 거든 하는 다니엘의 이야기를 했습니다. Здесь Иисус рассказывает о пророке Даниила, который говорил о том, что стоящий на святом месте. 여러분 다니엘서 9장에 보면은 Если посмотреть книгу Даниила 9 главу, 70일이라는 이야기가 나옵니다. Там есть история о 70 дней. 여러분 다니엘서 9장 24절에 보면 내 백성과 거룩한 성을 위하여 71회로 기한을 정했다고 말하고 있습니다. Даниил 9 главе рассказывается о том, что Господь Бог определил 70 дней для святого города своего. 그래서 여기 와서 71회로 기한을 정했다. То есть он определил время на 70 дней. 그래서 이제 내 백성과 내 거룩한 성을 70일로 기한을 정하였나니 허물이 마치며 죄가 끝나며 죄악이 영속됨 영원 의가 드러나며 이상과 예언이 응하며 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. Да, здесь написано 70 дней определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатанные были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведены были правда вечная и запечатлены были видения и пророк, и помазан был святой святых. 그래 지금 이 다니엘이 글을 쓸 때 다니엘은 포로로 잡혀 있는 상태에서 글을 썼습니다. Даниил, когда писал эти слова, он находился в плену. 내 백성과 거룩한 성이라는 건 예루살렘 성을 위하고 그다음에 이스라엘 백성을 위한 거예요. И святой город символизирует Иерусалим, а святой народ это символизирует Израиль. 71회로 기한을 정했다고 말해요. Здесь написано, что 70 дней определены. 그 71일 기한을 좀 더 읽어 내려가 보면 이렇게 되어 있습니다. Если чуть-чуть дальше прочитаем, то есть такие слова. 이제 다니엘 9장 25절에 그러므로 너희는 깨달아 알지니라 예루살렘 성을 중건하는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자 왕이 나이까지 7일과 62일에가 지날 것이요. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки 7 седмин и 62 седмины и возвратится народ. 여러분, 한 일에는 7년이라는 사실을 잘 알고 있죠. Я думаю, что вы хорошо знаете, что одна седмина символизирует 7 лет. 그럼 한 일에는 7년입니다. Одна седмина символизирует 7 лет. 그래서 예루살렘과 백성을 위해서 너무 길게 하지 아니하고 71회로 기한을 정해서 그들을 복되게 하려고 했다는 겁니다. И поэтому не слишком долго, чтобы было, а он решил 70 дней благословить израильский народ. 그래서 여기서 25절 그러므로는 깨달아 알지니라 예루살렘 성을 중건하라는 영, 예루살렘을 중건한 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자 곧 왕이 일어나기까지 7일과 62일에가 지날 것이요. Здесь написано: Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки 70 дней и 62 седмины. 그러니까 예루살렘을 중건하라는 그날부터 시작해서 기름 부음 받은 자 왕 예수 그리스도가 오실 때까지 7일과 62일에가 지나는 69일에가 지난다는 거예요. Что это значит, что с того дня, когда будет восстановлен Иерусалимский город, и потом до Христа будет 70 дней и 62, то есть 69 седмин. 그러니까 70일에 가운데서 7일과 62일에가 지나면은 То есть из 70 седмин, когда пройдет 69 седмин, 69일에가 지나가게 된다. Да, проходит 69 седмина. 근데 여러분 다니엘 9장 24절이 말하는 것은 Но о чём говорит 9 глава Даниила 24 стих? 내 백성과 거룩한 성을 위하여 70일로 기한을 정하였나니 70 дней определены для народа твоего и святого города твоего. 이 말은 허물이 마치며 죄가 끝나며 죄악이 영원 영속됨에 영원한 의가 드러나며 이상과 예언이 응하며 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. Чтобы было покрыто преступление, запечатлены были грехи и заглажены беззакония, чтобы приведены были правда вечная и запечатлены были видения и пророк, и помазан был святой святых. 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. Написано, помазан был святой святых. 여러분, 기름 부음을 받는다는 말은
그리스도라는 말이죠. Что значит помазан? Это значит Христос. 지극히 거룩한 자가 누굽니까? Кто такой святой святых? 예수께서 그리스도가 되셨다는 것입니다. Это значит, что Иисус стал Христом. 예수께서 기름 부음을 받았다는 것입니다. Это значит, что Иисус Христос был помазан. 그 예수님이 기름 부음을 받고 그리스도가 되신 무슨 일을 하십니까? Тогда что делать после того, как Иисус был помазан и стал Христом? 여기 허물이 마치며 Здесь написано, покрытые преступления. 죄가 끝나면 Запечатлены были грехи. 죄악이 영원히 속해지는 영속되며 Заглажены беззакония. 영원한 의가 드러나며 И обнаруживается правда вечная. 이상과 예언이 응하며 Запечатлены были видения и пророк. 또 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으며 И помазан был святой святых. 예수 그리스도께서 오시는 걸 가르켜 말한 것이. Эти вещи символизируют о пришествии Иисуса. 근데 여러분 여기 재밌는 게 뭐냐면. Но что здесь очень интересное есть? 예수님 오시면 세상에 허물이 마치면 죄가 끝나게 된다는 것. Написано, что когда Иисус придет, тогда будет покрыто преступление и беззаконие. 이제 사람들은 죄가 끝난다. Да, люди читают, да, запечатлены будут грехи. 죄가 끝난다. 그 사실에서 상당히 많은 억을 가지고 있습니다. И когда читают это слово, очень много вопросов у них возникают. 우리가 매일 죄를 짓고 악을 행하는데. Мы каждый день грешим, совершаем грех. 어떻게 죄를 끝낼 수가 있어? Это как можно остановить грех? 근데 여기서 죄가 끝나면 허물이만 죄가 끝나면 죄악이 영속되면 영원한 의가 Но здесь написано, что будет покрыто преступление, запечатлены грехи, заглажены беззакония и приведена правда вечная. 이제 다니엘이 이 글을 기록했을 때, когда Даниил писал эти слова, 그 당시에 유대인들은 어떻게 알았습니까? Как иудеи в то время могли знать? 하나님께서 하늘 아래에 있는 성전 모양 그대로를 모세를 시켜 이 땅에다 짓게 했습니다. Господь Бог, Он показал Моисею тот скинию, который из Царства Небесного, и сделал, чтобы он построил на земле. 그래도 지난번에 얘기했지만 제사장이 죄를 범했을 때. 이 на прошлой лекции мы говорили, что когда священник согрешил. 이스라엘 온 회중이 죄를 범했을 때. Или когда согрешит старейшины Иерусалима. 이스라엘 족장들이 죄를 범했을 때. Или когда глава Иерусалима Израиля согрешил. 평민이 죄를 범했을 때. Или когда простой мирской человек согрешил. 속죄 제사에 네 가지 규정이 있습니다. Есть четыре правила жертвоприношения. 근데 그들이 무슨 죄를 범했든지 간에. Неважно, какой грех они совершили. 그들은 항상 양을 잡아다가 하나님 앞에 제사를 드리면 그 죄 사함을 얻었습니다. Они должны были принести жертву зла и получить прощение грехов перед Богом. 근데 여러분 그들이 죄를 사함을 받았지만 хотя они получили прощение грехов. 제가 이야기한 것처럼 но как я уже говорил. 이 삶은 우리 이 지구 위는 시간 계속해서 시간이 계속 흘러가고 있는데. Этот мир, в котором мы живем, находится в мире времени, поэтому мир время постоянно проходит. 만일 흐르는 물 위에다 내가 어떤 나무 가지를 떨어뜨리면 если, например, бросим ветку, которая в речку, которая течет. 그게 지금 그 자리에 있는 저 물을 따라 흘러가 버리죠. то эта ветка не будет стоять на месте, она потечет дальше и станет дальше от меня. 지금 우리가 있는 이 시간은 시간계이기 때문에. Это место, в котором мы находимся, это мир времени. 지금 우리가 가지고 이 시간은 그냥 머물러 이 시간은 계속 흘러가기 때문에. Поэтому это время не просто находится, оно течет, проходит. 지금 내가 여기서 방송하는 이 시간인데. Поэтому сейчас я записываю трансляцию. 이 시간 좀 있으면. 한 달 후 전이 되고 한 달 후가 되고. Но пройдет время, и это станет месяц назад. 그다음 두 달이 지나고. 2 месяца пройдет. 1년이 지나고. Год пройдет. 10년이 지나고. 10 лет пройдет. 아, 내가 10년 전에 그때 방송을 했는데. Тогда я буду говорить, о, 10 лет назад я записывал. 다시 그때로 돌아갈 수가 없는 겁니다. Но я не могу вернуться к тому времени. 그래서 이때는 죄를 사는 양을 잡아 피를 뿌려도. И поэтому хотя убивать козлов и приносить жертву. 그 피가 영원히 속하죠. 시간계 그냥 흘러갑니다. Но это время это проходит, поэтому оно не вечное. 근데 예수님은 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으셨고. Но Иисус придя на землю, он был умер на кресте. 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 그 죄 피를 가지고. И взяв эту кровь, которую он пролил на кресте. 이 땅에 있는 제단에다가 피를 뿌린 게 아닙니다. Он не помазал эту кровь на жертвеннике, который был на земле. 이 땅은 시간계이기 때문에 죄 피를 뿌려 금방 그 시간 지나가 버리기 때문에. Поскольку это жертвенник, этот мир находится в мире времени, поэтому это время проходит. 이 땅에 제단에 피를 뿌렸다면. Поэтому если бы он помазал свою кровь на жертвенник, который на земле. 그 제단에 뿌린 피가 그 당시 죄를 사하지만. То эта кровь может очистить грехи, которые были в тот момент. 죄를 사 금방 시간이 지나가 버리기 때문에. Но время быстро проходит. 다음에 지은 사람의 죄를 사할 수가 없었습니다. Поэтому грехи, которые в будущем будут грешить, невозможно очистить. 죄를 지을 때마다 양을 잡아야 하고. Каждый раз, когда ты грешишь, надо принести козла. 죄를 지을 때마다 피를 흘려야 합니다. Нужно каждый раз, когда ты грешишь, проливать кровь. 그러나 예수 그리스도의 죽음은 그와 같지 않습니다.
않습니다. Но смерть Иисуса Христа не подобна такому. 예수님의 죽으실 때 그 피는 이 땅에 있는 제단에 뿌린 게 아니고. Когда Иисус умер на кресте и пролил кровь, эту кровь помазали не на жертвенник, на земле. 예수님 피를 가지고 하늘나라 제단에 가서 뿌리셨습니다. Иисус взял эту кровь и пошел к жертвеннику, который царством небесным. 히브리 10장이 그 얘기를 아주 정확히 얘기해 주는데. Об этом очень точно говорит послание к евреям 10 глава. 히브리 10장 10절에 보면은 10 главе 10 стихе что написано? 이 땅을 주사 예수의 몸을 단번에 드심으로 우리가 거룩함을 얻었다 그랬어요. По сей этой воле одним приношением тела Иисуса Христа мы приобрели вечное искупление. 예수 그리스도 십자가에 못 박혀 죽음 우리가 거룩해졌다는 거죠. Через то, что Иисус Христос умер на кресте, мы искуплены. 11절에 뭐라고 말하는데? 이 потом что написано в 11 стихе? 예수님의 제사와 다른 но они жертва Христа. 이 땅의 제사들은 제사장들의 제사. Да, то жертвы, которые приносятся священники на этой земле. 그 이야기를 11절에 하고 있습니다. Об этом написано в 11 стихе. 제사장마다 매일 서서 성에 자주 같은 제사를 드리다. Да, каждый день священник приносит жертву подобную. 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니. Которая не может вечно очистить грех. 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하고. Которая не может очистить грех. 그 당시 죄만 씻을 수가 있어요. Но только грехи того момента. 오직 그리스도는 죄를 위해 한 영원한 제사를 드리고 하나님 우편에 앉았다. 그래. Но Христос принеся вечное искупление сел в одесную Бога. 그러니까 그리스도의 십자가에 죽으심을 흘린 그 피하고. Та кровь, которую Иисус пролил на кресте. 이제 그 구약의 제사장 양이나 소를 잡아 드린 제사하고 다릅니다. И та жертва, которую приносили в Ветхом Завете, приносила жертву козлов, это отличается. 양이나 소를 잡아 드린 그 제사는 그 당시 죄만 사하지. Жертва, которая приносится через тельцов и козлов, очищает только того грехи. 이렇게 영원토록 하는 것이 불가능했어. Но поскольку этот мир временный, поэтому не может вечно очистить. 예수님 당신의 피가 영원한 하늘나라에 가서 피를 뿌렸기 때문에. Но Иисус взял свой крех и вошел в вечный мир Царства Небесного. 그 피의 능력은 영원했다는 것이. И поэтому к сила крови Иисуса Христа, но вечная. 예수님 하늘나라에서 피를 영원히 죄를 속했기 때문에. Царство Небесное, Господь Иисус Христос полностью очистил наши грехи. 이제 다니엘서 얘기한 9장 24절 이하에 그걸 얘기하는 것이. И поэтому оно говорит о том, что написано в книге Даниила 9 главе 24 стихе. 내 백성과 거룩한 성을 위하여. Да, для народа твоего и святого города твоего. 70일에로 기한을 정하였나니. 70일만 определены. 허물이 마침에 그랬어. И написано, покрыто было преступление. 죄가 끝나면. Запечатлены были грехи. 여러분 전에 구약 시대 때 양을 잡아 드린 그 제사는 죄를 사하긴 했지만 끝내지는 못했습니다. Да, те жертвы, которые приносили в Ветхом Завете, могли очистить грех, но не могли запечатлеть грех. 왜냐하면 죄를 지었을 때 제사를 드리고 죄를 사했지요. Когда приносили жертву, да, грехи очищались. 죄를 사하긴 했지만, но хотя очищались грехи, 죄를 끝내지는 못했던 거죠. Но оно не могло запечатать грех. 죄를 끝내지는 못했습니다. Оно не могло запечатать грех. 그래서 계속해서 죄를 지을 때마다 또 제사를 드리고 했기 때문에. Именно поэтому, когда каждый раз, когда человек грешил, ему нужно приносить жертву, еще раз приносить. И поэтому они должны были каждый раз видеть козла, который умирает за их грехи. Но что говорит нам 9 глава книги Даниила, 24 стих? Что покрыто будут преступления, запечатаны будут грехи. 죄악이 영속된다. Заглажены будут беззакония. 영원한 의가 드러난다. Будет приведена правда вечная. 그 당시 사람들은 생각했습니다. Тогда люди подумали. 이게 무슨 소리야? О чем это здесь написано? 어떻게 우리가 매일 죄를 죄가 끝나지? Мы же каждый день грешим, тогда как могут грехи запечататься? 어떻게 죄가 영원히 속해지지? И как могут беззакония быть закрыты? 어떻게 영원한 의가 드러나지? Как может приведена быть вечная правда? 이상과 영원한은 뭘 말하는 거야? Что значит запечатаны будут видения и пророк? 다니엘서 9장 24절 읽어도 когда читали 9 главу книги Даниила 24 стих, люди не понимали, 어떻게 죄를 영원히 속해? Как можно вечно искупить грехи? 어떻게 죄를 영원히 씻을 수가 있어? Как можно вечно очистить беззаконие? 말이 안 돼. Этого не может быть. 그게 어떻게 가능해? Как такое возможно? 절대 그렇게 될 수 없어. Нет, ни в коем случае такое невозможно. 그들은 그렇게 생각했어. Они, наверное, так думали. 성경이. Но Библия нам говорит. 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. Да, помазан будет святой святых. 예수 그리스도께서 그리스도가 되었을 때. Иисус когда станет Христом. 예수 그리스도께 땅에 오셨을 때. Когда Иисус придет на землю. 허물이 끝나게 된다. Наши беззакония закончатся. 그렇죠. Правильно. 허물이 마치며. Да, написано, покрыто будут преступления. 죄가 끝나며. Запечатаны были грехи. 죄악이 영속된다. Заглажены беззакония. 구약의 양들은 죄를 사했습니다.
Да, овечки, которые были в Ветхом Завете, они очищали грех. 하나님의 어린 양 대신 예수님은 죄를 끝내 버렸어. Но Иисус Христос, который является Агнцем Божьим, он запечатал грех. 죄가 끝났다면 Если запечатан грех, 다시 죄가 없다는 겁니다. Значит, больше нет греха. 이해한 겁니다. Непонятно. 우리가 매일 죄를 짓는데. Мы же каждый день грешим. 어떻게 다 죄가 없어? А что, как тогда может быть что-нибудь греха? 잘 모르죠. Мы точно не знаем. 그래서 말합니다. Именно поэтому слово говорит. 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시. Что из-за греха Иисус принес вечное искупление. 하나님 우편에 앉았습니다. И сел в одесную Бога. 들어보세요. Послушайте. 예수님 하나님 우편에 앉아 계신다고. Иисус сидит в одесную Бога. 어떻게 우리가 매일 죄를 짓는 하나님 우편에 앉아 계신다고. А мы же каждый день грешим, тогда как он может сидеть в одесную Бога? 매일 짓는 죄를 사해야지. Он же должен очищать грехи, которые мы совершаем каждый день. 우리 죄를 사는 분이 예수님인데. Тот, который должен отвечать за наши грехи, это Иисус Христос. 우리가 매일 죄를 짓는데. Мы же каждый день грешим. 예수님 하나님 우편에 계세요. Тогда почему ты находишься в одесную Бога? 빨리 내려와서 우리 죄를 마저 사해 주세요. Иисус, приди, пожалуйста, продолжай очищать наши грехи. 그래야 할 겁니다. Так надо поступать. 아닙니다. Но на самом деле не так. 지금 예수님 어디 계세요? Где сейчас Иисус? 하나님 우편에 앉아 계십니다. Он в одесную Бога. 왜 하나님 우편에 앉아 계십니까? Почему Иисус в одесную Бога? 죄를 끝냈기 때문에. Потому что он уже очистил грехи. 죄를 완벽히 씻었기 때문에. Потому что совершенным образом уже он запечатал грехи. 우리 죄에서 완전히 끊겼기 때문에. Потому что он совершенным образом искупил нас от греха. 그래서 지금 예수님 하나님 우편에 앉아 계십니다. Именно поэтому сейчас сидит в одесную Бога Иисус. 허물을 마쳤습니다. Он закрыл преступления наши. 죄가 끝났습니다. Он запечатал наши грехи. 죄악이 영원히 속해졌습니다. Он загладил наши беззакония. 영원한 의가 드러났습니다. И праведность вечная обнаружилась. 놀라운 사실을 성경은 우리에게 이야기해 주고 있어요. 이게 또 удивительную истину говорит нам Библия. 그럼 생각하면 할수록 얼마나 감사한 일인지. 그래서 чем мы больше думаем об этом, мы можем благодарить 아, Бога. 우리 죄가 끝이 났다. 아, мои грехи уже прекращены. 그래서 이제 주님은 그날 이후로 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고. 이 говорит, вот завет, который я поставлю между ними из того дня. 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하라. И напишу мои грехи в их душе и в их мыслях. 그리고 다시 말씀하시기를. И что говорит Бог? 저희 죄와 저희 허물을 내가 다시는 기억지 아니하리라. 여호와의 말입니다. И грехов их и беззакония их не воспомину более, так говорит Господь Бог. 구약의 양은 우리 죄를 순간순간밖에 못 씻기 때문에. Да, кровь тельцов могли очистить только в Ветхом Завете в то время. 우리 죄를 사할 수는 있었습니다. Они да, они могли очистить наши грехи. 다시 짓는 죄를 사하지 못했어요. Но они не могли очистить грехи, которые мы будем грешить. 죄를 지을 때면 그렇기 때문에 죄를 지을 때마다 우리는 가서 제사를 드리고 또 양이 죽고 죽어야 했어. Поэтому каждый раз, когда мы грешили, нужно было приносить жертву и умирать и умирать. 만약에 예수님께서 구약 시대 양처럼 한 순간만 죄를 사한다면 이 땅에 있는 제단을 갖다 피를 뿌렸다면. Если бы Иисус Христос, он также умер как козлы, которые были в Ветхом Завете, и пролил кровь на жертвенник, который на земле. 예수님 수천 번, 수만 번, 수억 번 죽어도 죄를 다 사하기 부족하다. Тогда Иисус, даже если он бы умер тысяч, десятки тысяч, миллионы раз, этого не хватило бы. 예수님은 그렇게 하지 않았습니다. Но Иисус не так поступил. 하늘에 속한 성전에서 피를 흘리고. Он пролил кровь в скинии, которая с царством небесным. 그 피를 하늘나라 제단에 쏟았기 때문에. И эту кровь он пролил на жертвенники. 우리의 죄를 영원히 속했습니다. Поэтому он вечно искупил нас от 여러분, греха. 다니엘 9장 24절을 믿으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы поверили в книгу Даниила, 9 главу, 24 стих. 허물이 마치며 покрытые преступления, запечатанные были грехи, 죄악이 영속되며 заглаженные беззакония, 영원한 의가 드러나며 и приведена правда вечная. 저, 지금도 제가 생각해봅니다. Знаете, даже сейчас я иногда думаю. 저는 정말 죄를 많이 지었습니다. На самом деле я очень много грешил. 십자가의 피로 그 죄가 다 씻어졌습니다. Но кровью на кресте пролитой я очистился. 그럼 오늘 짓는 죄는 어디서 해결합니까? А тот грех, который мы сегодня будем грешить, как мы очищаем? 십자가 외에 다른 방법 죄를 해결할 길이 있습니까? Разве кроме креста есть способ очистить наши грехи? 십자가 외에 내 죄를 깨끗할 수 능력이 있습니까? Кроме креста, разве есть сила, чтобы очистить наши грехи? 없습니다. Нет такого способа. 여러분, 어제 지은 죄도 십자가로 말미암고. Грехи, которые мы совершили вчера, Христом очищаем. 오늘 지은 죄도 십자가로 말미암고. И сегодняшние грехи мы очищаем через Христа. 내일 지은 죄도 십자가 외에
우리 죄를 속할 수는 다른 길은 없습니다. И завтрашние грехи также мы можем очистить только крестом. 그 양의 구약선의 양을 잡은 제사와 예수님의 피가 다른 것은 И в чём отличие кровь козлов, которая была пролита в Ветхом Завете и кровь Иисуса? 양의 피는 이 땅에 있는 시간계에 속하는 제단의 피를 뿌려졌습니다. Кровь агнцев были пролиты на земле в мире, в котором есть время. 그러나 예수님의 피는 이 땅의 시간계에 속한 그 제단에 뿌린 게 아니라 영원계에 속한 하늘나라에 있는 제단에 그 피가 뿌려졌습니다. Но кровь Иисуса Христа была помазана и пролита на скине, которая есть царством небесным в вечном мире. 그래서 예수님의 피는 우리 죄를 영원히 속한 바 됐습니다. Именно поэтому кровь Иисуса Христа мы вечно приобрели искупление. 제가 10년 전에 지은 죄도 십자가로 회개됐지만 грехи, которые мы совершили 10 лет назад, были омыты на кресте. 내가 오늘 짓는 그 죄도 십자가 외 다른 방법 해결할 방법이 없습니다. Но также сегодняшние грехи, кроме креста, другим способом невозможно очистить. 또 내가 내일 어떤 죄를 지었는지 모릅니다. Я не знаю, какой грех я совершу завтра. 그러나 그 죄도 십자가 외에 다른 방법으로 죄를 속할 수 있는 길은 전혀 없습니다. Но и завтрашние грехи, кроме креста Иисуса Христа, невозможно очистить. 그래서 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네요. Именно поэтому то, что может очистить мои грехи, это крест Иисуса Христа. 그래서 주님이 우리의 저희 죄와 저희 허물을 내가 다시 기억지 않아요. Поэтому Господь говорит, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более. И затем сказал, «Игосель саашасанджа». Да, где прощение? 다시는 죄를 위해 제사 드릴 것이 없는. Там не нужно больше приношения за. 구약성에 매일매일 양을 잡고 염소를 잡고 제사를 드렸어요. В Ветхом Завете каждый день приносили козлов для очищения греха. 예, 우리의 모든 죄 완벽하게 해결됐기 때문에. Но наши грехи совершенным образом были омыты. 우리가 죄를 위해 할 수 있는 게 아무것도 없어. Поэтому мы ничего уже не можем делать для греха. 이제 우리는 다시 속죄 제사를 드리지 않아도 됩니다. Теперь нам не надо приносить жертвоприношения. 다시 제사함을 받지 않아도 됩니다. Нам не надо получать прощение грехов. 이미 십자가에서 영원한 속죄가 이루어졌기 때문에. Потому что на кресте уже совершено вечное искупление. 언제든지 십자가에 못 박힌 예수를 바라보고, Любое время смотрите на Иисуса Христа, который распят на кресте. 제가 태어날 때 지은 죄나, грехи, которые я совершил при рождении. 내가 죽을 때 죄나, и грехи до моей смерти, которые были. 시간 어느 시대를 불문하고. Неважно, когда я совершил мой грех. 그 십자가가 우리의 모든 죄를 사한 것입니다. Этот крест очищает все наши грехи. 그래서 여러분들의 생각을 버리고. И таким образом вы оставляете ваши мысли. 하나님의 말씀을 그대로 받으십니다. И вы должны принять слово Бога. 다니엘 9장 24절에. Даниила 9 глава 24. 내 백성과 거룩한 성을 70일로 기한을 정하여 77인 определены для моего народа, для святого города твоего. 허물이 마치며 да, прекратятся преступления. 죄가 끝나며 да, грехи будут закрыты. 죄악이 영속되며 будут заглажены беззакония. 영원히 영원한 의가 드러나며 приведена правда вечная. 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. И помазан будет святой святых. 전에는 내가 그 잘 몰랐을 때 когда раньше я этого не знал. 정말 구약식으로 나는 그 속죄 제사를 이해했습니다. 네, я понимал прощение грехов по Ветхому Завету. 매일 죄 짓고 용서해 달라고 죄 짓고 용서 그렇게 했습니다. 네, я каждый день, когда грешил, я просил Господа Бога прощения. 이제는 구약 율법 시대가 아닙니다. Но сейчас уже не время Ветхого Завета. 은혜 시대이기 때문에. Сейчас время милости. 우리가 영원히 속해진 걸 믿습니다. Поэтому мы верим, что наши грехи вечным образом омыты. 그래서 우리는 항상 주님 앞에 다 담대히 나갈 수 있어요. И всегда теперь мы можем с дерзновением вставать перед Богом. 제가 제 아들을 키웠습니다. Знаете, я воспитывал моего сына. 어느 날 아들이 말했습니다. Однажды сын мне сказал. 나는 어떻게 예수님을 내 마음에 모시고 그걸 이해가 안 가요. Отец, я не понимаю, как можно Иисуса принять мою душу. 아들이 말하길 내가 사과를 먹으면 사과가 내 속에 배에 들어가는 것처럼. 나, например, когда я ем яблоко, яблоко через рот попадает в мой организм. 예수님이 사과 같으면 먹으면 내 속에 들어오는데. Если бы Иисус был подобен яблоку, тогда можно было бы его съесть и принять. 어떻게 내 안에 예수님 모셔드는지 그걸 잘 몰라. Но я не очень понимаю, как можно принять Иисуса мою душу. 제 아들이 어릴 때가 너무 당연한 질문이죠. Да, в детстве это очевидный вопрос. 제가 아들에게 설명을 해줬습니다. Тогда я объяснил моему сыну. 사과를 내가 먹어. Я ем яблоко. 사과 뱃속에 들어가. Яблоко попадает в мой организм. 만일 호랑이가 있는데. Если есть тигр. 이제 이 호랑이가 어느 날 토끼를 잡아먹었어. Допустим, тигр однажды съел зайца.
토끼가 막 깡충깡충이다 호랑이에 먹혔습니다. Заяц бегал и вдруг тигр напал и съел его. 근데 토끼가 이제 호랑이 뱃속에 들어가서 흡수가 됐습니다. И тогда заяц попал в организм тигра и он распространился. 그 호랑이 몸의 한 부분이 됐죠. Только недавно он был зайцем, но теперь он стал частью тигра. 이제 토끼는 이상도 토끼가 아니라 호랑이가 된 겁니다. Теперь заяц это не заяц, а это тигр. 이제 우리가 예수님의 그 먹는 건 그렇게 먹는 게 아니야. 아, то же самое. Иисуса мы не таким образом едим. 마음으로 받아들이는 거야. Мы душой принимаем Иисуса. 예수님 내 구주로 받아들이는 거야. Принимаем Иисуса как моего искупителя. 나는 죄를 지었어. Я согрешил. 나는 악을 행했어. Я совершил зло. 난 더러워. Я грязный. 근데 예수님이 십자가에 못 박히시면서 Но через то, что Иисус был распят на кресте. 내 모든 죄를 다 담당하셨어. Он взял на себя все мои грехи. 그걸 내 마음에 받아들이는 거야. Это мы принимаем мою душу. 아, 그럼 예수 내 죄를 십자가에 못 박히 내 모든 죄 담당하. 난 죄가 없. 사실 Иисус взял на себя мои грехи, поэтому у меня больше нет греха. 점점 난 죄인이라고 생각했는데. Только недавно я думал, что я грешник. 내가 죄가 없다는 말을 어떻게 알 수가 있습니까? Как мы можем узнать, что у меня нет греха? 예수님의 향한 믿음이 들어와서 내 죄 사했다는 믿음이 나 죄인이 아니라고 말할 수가 있습니다. Да, вера в Иисуса Христа мы принимаем, и мы можем сказать, что у нас теперь нет греха. 그 복음이 내 마음 안에 들어 내 마음을 바꾸어 버렸습니다. Это Евангелие входит в мою душу и поменяло мою душу. 복음이 내 마음 안에 들어와서 Когда Евангелие вошло в мою душу. 아, 내 죄가 사해졌구나. 아, мои грехи прощены. 그걸 깨닫게 했습니다. Это мы осознаем. 그 너도 영국아 이 이야기를 들어야 돼. Я сказал, сын, Йонгук, послушай меня, ты тоже должен принять это. 예수님은 사탕이나 과자만 먹어서 내 속에 들어오신 거 아니고. Иисус входит в мою душу не как конфета или яблоко. 내 마음 안에 들어오시는 거야. Он входит в мою душу. 내가 마음으로 когда душою. 예수 내 죄를 사하셨구나. 아, 이수사 씨도 마이 그리히. 내 죄가 하나도 없네. Значит, у меня нет греха. 그 마음은 예수님 마음인데 그걸 내 마음에 받아들이면. Это душа, это душа Иисуса, когда эту душу мы принимаем мою душу. 예수님 내 죄를 사했다는 사실을 받아들이면. Когда мы принимаем тот истину о том, что Иисус очистил мои грехи. 내 눈처럼이 씻었다고 그렇게 믿게 되면. Когда я поверю, что моя душа омыта белее снега. 내 마음 안에 예수님이 들어오신 거야. Тогда Иисус входит в мою душу. 내가 그때 예수님 내 안에서 살아서 일을 하셔. И с того момента Иисус жив и действует в моей душе. 제가 제 아들에게 그렇게 설명하죠. Так я объяснил моему сыну. 제 아들이 그 예수님을 받아들였어. И мой сын принял такого Иисуса. 이제 제 아들 속에 이제 예수님이 살아서 일하는 걸 볼 수가 있어. Я мог увидеть, что Иисус теперь начал жить в душе моего сына и начал действовать. 예수님께서 제 아들 속에 살아 그를 이끄는 걸 봤어. Я видел, что Иисус жив в его душе и ведет его. 그게 다니엘서 9장 24절 이야기. Это есть книга Даниила, 9 глава, 24 стих. 여기까지 말씀드리겠습니다. На этом я закончу. 감사합니다. Спасибо.